Христос воскрес, братья и сестры! Доброе утро! Доброе утро с Библией! Сегодня вспомнил одно выражение из старого фильма. И никак не мог вспомнить, как он называется. Зайдя в поисковик Яндекс, забивал несколько раз эту фразу, какой актер и в каком фильме ее говорил. Но Яндекс мне выдает свежие, естественно, фильмы, новые, не то, что я хотел знать. Выражение было следующее. Один из актеров какого-то старого фильма сказал: «Жизнь прекрасна, несмотря на весь свой ужас». И я вспомнил это выражение, сегодня читая Евангелие от Матфея. 11 глава, 28 стих. Господь Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Это выражение «жизнь прекрасна, несмотря на весь свой ужас» можно еще трактовать по-другому. Не смотри на все, что вокруг тебя. Что бы ни происходило, гром и молния, тысячу чертей, извините за выражение, но ты спокоен. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна, потому что она дана нам один раз и навсегда. Но когда она с Иисусом, вот тогда все, что происходит вокруг тебя, не имеет никакого значения. Жизнь прекрасна, несмотря на весь свой ужас, несмотря на весь тот ужас, который творится сейчас здесь, вокруг нас и везде. Что имеет в виду Иисус Христос, когда Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». В греческом языке есть слово «копос». Это человек, изнуренный трудом. Труждающиеся, да, Иисус говорит. Изнуренные трудом. Не так ли сегодня происходит? Дом, работа, работа, дом, дом, работа. А может еще и две, и три работы. Как это всем знакомо. Все труждающиеся и обремененные. Бремя. Какое бремя ты сегодня несешь? А у нас их много. Да по несколько. У кого-то кредиты, у кого-то ипотека. У кого-то на краю пропасти контракты. Множество. Проблем с детьми. И это бремя, которое мы несем. Иисус говорит: «Придите все, труждающиеся и обремененные, я успокою вас, возьмите иго мое». Иго – это не татаро-монгольское иго. Иго – это в ветхие времена двойная дуга, в которую впрягались два быка, два овна, чтобы они шли в тандеме, не влево, не вправо, а шли в тандеме и тянули. Так вот, Иисус уже одел свою дугу, твою дугу, вошел, голову подставил под твою дугу, под это иго, а теперь говорит: «Мое иго возьми на себя». Другими словами, приди ко мне со своими всеми грехами, покайся, возьми Библию, читай, изучай Новый Завет, познай меня, и я успокою тебя. Ибо иго мое – благо, и бремя мое – легко, говорит Господь. А чтобы понять, как читать Библию, чтобы вообще понять, как ее читать, смотрите сегодня в 18:00 по новосибирскому времени, в 14:00 по Москве, мое послание. «Свет миру. Церковь – свет миру». Так и будет называться. Я вам расскажу про то гнездо, где я, как птенец, вырос, понял Библию и вылетел в Санкт-Петербург в библейскую школу и школу проповедников. Будьте благословенны, мир вашему дому. Аминь.